К осмотру на предмет готовности к зимнему периоду были представлены тракторы, комбинированные дорожные машины, КАМАЗы, которые вывозят очищенный снег, газели, перевозящих рабочих, и другая техника, используемая для работы коммунальными службами города. Всего на площадке к осмотру было выставлено около 45 единиц техники. Руководитель райисполкома Бавлинского района Ильяс Гузаиров пообщался с водителями и руководителем коммунальных хозяйств и выяснил, какая техника полностью готова к зимнему периоду, а какие автопарки необходимо обновить. Обратившись к присутствующим, Ильяс Гузаиров отметил и важность 100% укомплектовки кадрами. Зима для всех служб, которые сегодня присутствуют, это особый период времени, потому что дает нагрузку что на технику, что на людей, и особое требования от населения, то есть мы своевременно должны производить и очистку снега, и все аварийные службы должны своевременно доезжать до своих заявок. Ну и, конечно, хочется сказать, что технику мы сегодня увидели, она, слава богу, исправно готова к началу зимы. Нам необходимо, вот здесь присутствуют руководители, эта техника без людей не может работать, поэтому в период вот пандемии я прошу, чтобы люди все прошли вакцинацию, чтобы они начало зимы, как говорится, встретили в полной штатной численности.